це шоу «Народний артист», і ми продовжуємо відкривати цікаві неординарні таланти. І я здаліка віжу, що к нам зараз направляється безумно талантливий мужчина. Талант, як кажуть, на лице. Петро, ходіть до нас. О, май гаш. Ви справжній мачо, Петро. Де ви взяли таку гарну сорочку? Подарок мого товариша. Звідки ви до нас приїхали? З Львівської області, місто Трускавець. Чим будете удивляти? Ну, непосредственно танцем. А ви професійний танцюрист? Я ходив по ночним заведенням і непосредственно смотрел, як танцюють професіональні танцори, і улавлював їхні движення. А чим ви заробляєте на життя? Водителі таксі. Да ви що? Ви Настю часом з клубів п'яно не возили? Настя не ходить по клубам, Настя працює кожен день. Петя, кому посвятите этот танец? Я этот номер посвящаю всем одиноким женщинам этого мира. О, Боже! А ви одружений? Ні. Боже, такой роскошний мужчина і одинокий. Баби всі дури. Боже. Этот танец я посвящаю женщинам. Забудьте о своих мужчинах и смотрите только на меня. Забудь своего мужчину. Больше нет на кого. Так это же воин света. Ты агент 007. Может, ты тихо танцевать? Все, мне нравится. Меня заводит. Я этого не выдержу, да! Все, у него подруба. Трико! Вот какие-то движения с единоборств пошли. Ты видел, как он ногой вот так сделал? Лоу-кик! Я еду прямо, да, да. Рулю, рулю. Все, покорила. Он играет в крокодила, смотри, мы должны разгадать все его движения. Он забыл в такси барсетку, понимаешь? Пускай эта сволочь не заплатила. Говорит, я еще, говорит, вернусь.